Приветствую, всем благополучия и здравия. Сегодня у нас будет A6 Quattro Universal Audi. Не могу понять, она это или оно. Шкода это вроде оно, Volkswagen это вроде он. Ну, неважно, ребятки. Начнем. Сейчас я все настрою, потому что я первый раз снимаю, когда у меня камера на голове. Может быть, книжку я слишком не кручу, но в следующий раз постараюсь поменьше. Сегодня мы будем диагностировать тремя диагностиками. Это Delphi 150. Пятизначным прибором я сразу сейчас начинаю. Вот, ВЦДС и Одисом головкой диагностической ВАЗ 50-54А. Сразу выбрал, видите, режим ИСС. Вот у меня прибывает другой двигатель. Все это я записал. Съемки у меня ускоренные, так как я и с копией экрана, и с видеокамеры. Да. Ошибки по клапанам. Вон закрылкам пускного тракта. Вот они не стираются. Ну, с мультимарочником все понятно. Что-то он пишет такое, что мультимарочнику нужен интернет. Вот эти ошибочки сейчас раскачили. Сейчас я буду делать исполнительный тест. Буду передергивать как бы все клапаны. Но в Odyssey, например, это называется адаптация. Ну, адаптация. Ну, пусть будет адаптация. Там, значит, какая-то закрылка от начального до конечного положения дергается. Может, иногда это помогает, например, в кондиционерах, это там система кондиционирования, я передергиваю всякие там заслонки. Здесь это связано с двигателем. Вот, тесты проходят. Вот, практически все мультимарочники очень хорошо работают с аудио. Ну, лаг-группы я имею в виду. Так, это мы записываем наши показания. Вот что у нас тут есть, вы видели. Теперь пробежимся по лайфдате. Тут как бы страниц лайфдата очень много. Ну и что они показывают? Вот этот момент мне не очень нравится. Все-таки мало на одной странице этих показаний. Значит, копию с экрана я увеличил видео несколько, почти 10 раз. Поэтому, чтобы не отнимать у вас времени, вы это все можете проделать. Теперь посмотрим ВЦДС. Версия 11.11.3 у меня. Очень удачная для клона. Я до сих пор и пользуюсь. Видите, экран мерцает, поэтому, чтобы уберечь ваше, так сказать, зрение и терпение, я буду каждую диагностику показывать еще с экрана. ВЦДС также имеет режим ESS, как мультимарочник, то есть он находит сам все блоки, показывает пробег сразу каждого блока и так далее. Очень удобная, по лагам, я считаю, одна из лучших вообще диагностик. Вот. Теперь, что мы сделаем сейчас? Мы, наверное, сейчас посмотрим это с экрана. Видите, как он все четко работает, показывает показания все, которые мне нужны. Я могу завести машину, вот появляется кнопка там сбоку, и сделать ей определенный тест, чтобы посмотреть определенные параметры. Вот, но мультимарочники мы использовали 6-значный прибор, вот этот тест я могу сделать, и проехать, и посмотреть, какие параметры вот, он позволяет. Вот, очень удобно, и мне понравилось в этом значимом мультимарочнике, что есть бортовой регистр, я могу записывать там параметры, которые мне надо, и в определенный момент их достать, и сравнить, и сделать анализ. Вот, ну, конечно, ВЦДС прекрасно дает понятие об ошибках, показывает что-то как. Сейчас я это тоже все записываю, текстовый, в блокнот. Единственное, вижу, машина посвежая, 2007 год, и здесь нету таких предельных параметров, я вот сейчас не вижу, что вот максимум столько, но пониже, когда он как раз показывает, поэтому вот CDS
Может быть, сейчас Вася диагноз новый ему показывает это дело. Потому что все время лазить в базу данных и смотреть, что там как должно быть, это не очень удобно. Вот, и сейчас мы возьмем и просто проедемся на этой машине, потому что как бы хозяин говорит, что она стала тупить. Ну как тупить? Стала, ну, с того ни сего. Она не может. Пробег-то уже больше 300 тысяч. Никакой чип-тюнинг, ничего, никакая диагностика не изменит ни сальники, ни состояние, значит, прокладок. Это диагностика же не изменишь. Сажа и так далее, копоть. Солевые очки, что я дальнозоркий. Или близорукий, уже не помню. И мы сейчас будем разворачиваться и давить ее, так сказать, в пол. Не гнушайтесь прокатиться на диагностируемой машине. Камера хорошо обзор дает. 170 градусов где-то. Все видно. Ну, И салоны, что сзади делается. просто проехаться на ней. Здесь не очень удобно кататься. И говорят, она тупит. Значит, сейчас мы это быстро проверим. Тупит она, нет. А как мы ее проверим? Тапку в пол. Как мы еще можем проверить? Как бы кажется, она прет. Сейчас тапку в пол. Ну, вот CDS, Кривагов, это должен каждый человек открывать диагностику. ККЛ-ка это с теми примитивными программами, ну, тоже как-то спасает, но это полная ерунда. Давайте еще раз попробуем. Здесь у нас полицейский. У нас грохается тут наша конструкция вся. Сейчас посмотрим. Ушли эти. Ушли ли эти все ошибки? Сделаем ей тест. Уже сделаем тест ей. Выброс. И поставим ее на место. Тоже как-то спасает, но это полная ерунда. То есть ниже такого ВЦДС, как у меня 11-11-3, лучше не иметь. Ну, ККЛ-ки тоже хорошо, ими можно много чего делать. Даже с китайским чипом. Ну, не в ПДЕ, а с китайским драйвером. CH он называется там. Не помню, как микросхема сама, но не важно. Ну и теперь, ребятки, пройдемся Одиссом по этой машине. Заставочку вам не показываю, сейчас смотрим. Ну, в принципе, то же самое, он как этот ВЦДС, но очень тормознутый. Сейчас где-то я в 9 раз увеличиваю
значит, видео с экрана и делаю тест. Ну, там пробегают строчки, видно, как что-то меняется, параметры какие. Очень, ну, она долго работает, то есть видно, она очень долго открывается. Она долго там общается между собой, что можно, ну, спокойно идти пить кофе, включить на длинную диагностику. Тут тоже такие два режима есть, как бы, ну, ESS режим, когда смотрит все блоки, или я какой-то один выбираю блок, там, скажем, в данном случае мотор, и там с ним провожу какие-то действия. То есть кодировать в этой программе она вот сейчас использует та, которая, ну, доступна всем в интернете. То есть кодировать мне не стоит это делать, потому что кодирование идет автоматом. Вот это. Что, ну, значит, у вас 50-54 ОДИ сделает хорошо, это он определяет сразу ВИН-код и так далее. Ну, как бы ЦДС, только это все гораздо очень медленно. Ну и некоторые функции, конечно, есть такие уводы, с которых нету ВЦДС. В каком-нибудь ролике мы еще посмотрим, ну, диагностики посмотрим и работу ВАСПИСИ программы, которая, ну, закончила свое существование в 2011 году. Вот. Ну, несмотря на то, что это очень такие уже, видите, автомобиль потребляет 18 ампер, то есть вы подключили зарядное устройство, то есть не стоит долго заниматься с машиной, если вы знаете, или ее заведите и тогда ее диагностируйте, но тогда вы не сможете какие-то тесты делать в смысле адаптации, поэтому нужно иметь зарядник, то есть быть готовым, когда вы уже будете такими тяжелыми диагностиками смотреть машину, вам нужно иметь капитальный зарядник не менее 20 ампер, чтобы он мог давать. Вот, ну и после всех, значит, процедур ОДИС накидывает очень много в реестр всякой ерунды, и приходится их чистить. Лучше это сделать сразу, чем потом мучиться. Вот теперь посмотрим все-таки, что у нас на горке. Первый у нас по диагностике было в таком. Вот, регулируемый пропускной клапан переключения там глючит, то есть он не находит закрытое состояние. Вот болезнь этих машин с таким пробегом, она стандартная. Ну, еще диагностика показывает, что нет, третий плафон стопа не горит. Вот ВЦДС, значит, акт, так сказать, диагностики. Так, видите, все подробно, километраж, какая кодировка, и очень удобно, в этом смысле очень быстрая и удобная диагностика этого ВЦДС. Ее можно купить оригинальную, она не так дорого стоит, даже просто 415 года на русском языке, или Вася Диагностик, который сейчас вот, ну, я не знаю разницу, то есть у меня нету Вася Диагностик, в чем разница, нету оригинального последнего ЦДС. Вот, а сейчас это крутится портянка ОДИС, вот ее можно всю развернуть. И то есть я говорю, что когда я делаю ОДИСом диагностику, я хожу на полчаса куда-то кофе пить. Но при этом зарядник надо. Но вот здесь показана эта система износа этих рычагов и пластмассовый наконечник. Очень неплохо была эта тема раскрыта на Drive 2. Не знаю, ну, связали они, не связали это откуда, ну, не важно. И дано тут такое решение такое. Единственное, как это поправить, не знаю, насколько это хватает, но в принципе более реально, что есть вот здесь можно купить запчасти, вот стоит, да, то же самое на каком-то сайте я нашел. Ну и на этом все, пока-пока, ребята.